Наш ведучий Максим Назаров разом з Євгенієм Раєвим вже на ринку. Вони вже сало, як і обіцяли. Давайте почуємо. А у кого саме вкусне сало? Скажіть. Саме м'яке. Здрасте. Пробуйте. Так, а выбор давний украинский традицет. Приходишь на базар, все попробовал, ничего не купил, но наел. Правильно. Мухи. А почему мухи? Ну а как вы? Так гоняемо. Гоняемо. Так, пошли, там мух не было. Так, а больше, да? Так, давайте мы будем брать вот это и вот это. Вот этот кусок и вот этот, да? Да, только, наверное, нам надо... А можно половинку этого взять? Давайте половинку. А его надо же готовить, да? Не, оно готовое. Или... То есть оно все, соленое. Красота. Так, это сколько мы взяли? Нам мало. Давайте еще, наверное. Да, нет, ну, слушайте, у нас еще съемочная группа, два. Да, вкуса. Давайте вот это еще. И вот то за 60. Народ, какое сало берем? Назаров хочет на нас сэкономить. Берем сет генеральское или обычное? Конечно. Вот ту полоску. Отлично. Вот эту, вторую? 20? Макс, смотри, на тебя перекрестят. Что, хватит? Давайте еще вот это, наверное. Я не знаю, как передать, куда смотреть, в какую камеру. Не знаю, как передать, оно... Здравствуйте. 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 Хороший ведущий. А ты сосед. Вы знаете, вот я хочу сказать, что слуги сатаны так уже нас почертили. Они же для народа ничего не делают. Они только хуже и хуже делают. Думаете, даже не стараются? Да. А как стараться? Ну куда? У нас нет лидера такого, чтобы повер за собой. А Зеленский? Вы зачем на рынок пришли, расскажите? Что будете брать? Я уже взяла. Бананы есть. Легко хлеб взяла, помидоры. Помидорчики. Что будете сегодня готовить? Борщик? У меня есть стейки, я сама сейчас... Стейки? У меня поразъезжалась, а я сама. Сколько стоит? Сколько? Сколько в общей сложности? Все. Вот хорошо, что часто сало позволяете себе? Или не берете? Все-таки дело любителя. Любителя? А мясо? Можем поделиться. Мясо, да. Мясо люблю. Хватает? Пенсии? Да, там хватает. Миза, ну что, 3000, ну что ты? Ну, слушайте, субсидия есть? Есть субсидия. О, так у вас субсидия 3000, это еще... Ага, можно жить. Ну, не то, чтобы можно жить, но... Я не могу тебе позволить, что я хочу. Это факт. Ну, вообще... Тяжело. Понятно. У меня огорода нема. Живу на квартире. Там же ж мы живем теперь. А Витьки нема. Хотите с нами поужинать сегодня? Да, нет. Мы борщ будем готовить. Конечно. Кроме шуток. Мы сегодня собираемся вечером за большим столом. Я и будем сварила вчера. Так здесь своим борщом. Борщ, вареники. Хотите? А вареники в морозилке есть. Ну, смотрите. Да. Ну, будем рады. Спасибо. Спасибо большое. Хотите позвонить вам на передачу, то там спрашивают. Так звоните. Я могу дозвониться. Ну, много людей звонят. Постоянно много людей. Сотни звонят одновременно, и оно ж ну, бывает. Прямо вообще. Вы тоже правильно ведущий. А как они начнут, это вчера, такие черные, я на фамилии забываю. Його ж не переслухаєш, перебиває, чорті що мели. Я не знаю. Я дозвонюйтесь. Смотрите, ми на самом деле поїхали для того, щоб всі політики услышали, що говорять люди. Та страшне. Ну що вони для народу зробили? А есть, а де у нас мікрофон? Вот, я пишу її. А, пишемо, да? Слышно нас. Вони нічого для нього, тільки хуже. Тарифи повишаються, все дорожає. Мені при Януковичі легше було. Там пенсия понемножку добавлялась, но ничего не дорожало. А сейчас? Одни вот такие цены бешеные. Ну что? Все. А мы вас покажем. Не возражаете? Я не боюсь. Я тоже так думаю. Что мы не теряем? Награда за смех. Кого? Удачи вам. А нам рыба на борщ не нужна. Ну красивая. Да, а не на борщ. А не на борщ? А не на борщ. А не на борщ. Мясо не купили. Мясо. Мясо не купили. Там свинина, там говядина. Еще чего ты любишь? Слушай, Макс, а вы будете что-то пить? Что-то пить будем? Какую-то рыбу возьмем? Что-то пить, вы спросили? Не, ну цены, во-первых, надо снять нам однозначно, чтобы потом сравнить, что в других городах. Кто коптит рыбу?
Это местного копчения или заводская? Это не в этом, не в жидком дыме, нет? Нет, все заводское, конечно. Все сидит. Давай мойву возьмем. Любите мойву? Ну, мне кажется, это вкусно. Нет? Свеженькая мойва? Да. А копченочка, нет? Или мойва? А что вы посоветуете? Смотрите, по чесноку. По чесноку же свежая. Хорош, чтобы... нам всем это есть. Рыбу берем. Мойву будете, ребят? Мойву или скумбрию? Ну, скумбрия... Чистить. Горбушу, а? Горбушу точно нет, она соленая. Давайте мойвы, наверное, сколько? Полкилограмма и пару скумбрий? Да. А вы возьмете это другое. Полкилограмма давайте мойвы и пару скумбрий. Вы когда на рынок приходите, вы деньги считаете? Ну, вообще, или отправляете кого-то на рынок? Или дайте славы. Макс, скажу тебе честно, я женат. Ну, у меня за весь быт отвечает. Вам дать головой или без головы? Не надо нам такое. Скумбрию. А какая лучше, скажите? С головой давайте. Да, она будет жить. И у меня полностью закрыты все вопросы быта. У меня удивительная хозяйка. За все отвечает жена. Абсолютно. Я могу только принести, подать. Почему? Вот повезло нам с Мураевым. Мы женатые люди. У нас быт защищен. Ходишь на базар? Не, моя жена все закрывает все эти вещи. Поэтому кривляться не будем. Я даже не понимаю, это сейчас дорого или нет. Я понимаю, что жизнь подорожала, судя по тем деньгам, которые я оставляю на хозяйство. Но я не понимаю, по каким группам. 165 гривен это за что? За штуку? За килограмм. Это за килограмм. Но это не дешево. Как вы скажете, это дешево? Вот год назад сколько было? Она была 120. А когда она была? А когда была она 120? Когда подорожала со 120? Да, буквально полтора месяца назад. Ничего себе. То есть сейчас она 165. Ну, уже подорожала. А была 120. Вот буквально за две недели вот это все, а что ли. А скачки? А из-за чего? Не знаете? На оптовые базы, да? Да, на базу наезжала. А сколько у нас здесь сала получилось? Здрасте. Давайте еще развесим, чтобы я запомнил. 2 100. Ну, слушайте, хватит на всю команду. Смотри, 2 100 мы отдали 200 гривен. Сейчас сколько... Сколько получилось там? А ты а вообще на базарах торгуется сейчас или нет? Слабо. Ну, бывает, да? Или это как магазин сейчас, базар выглядит? Базар? Да. Ну, больше, наверное, как магазин. Цена-то указана конкретная вам. Да. Потому что, как-то, знаете, когда конкретно указано, неудобно торговаться, поэтому... Сейчас мы ему скажем, 81,90. Так это мы... Все 259,50. 259, вот у меня есть 300. Так, давайте, да? Да, давайте сало. Так, это а сколько у нас килограмм рыбы получилось? Спасибо. А я вам много дам. 200. Да. Сколько рыбы получилось у нас в килограммах? 250. Килограмм есть? Еще ваши. Да. Есть. Вы видите, на наших базарах все. Не обманывают. Все, отлично. Не, все по-честному. Слушайте, ну хорошей торговли вам. Спасибо. Слушай, вот такая штучка вкусная, как ты думаешь? Ну, проблемная. С ней проблемно. А много, да. Спасибо. Много отходов. Спасибо. Думаете? Спасибо вам. Так хочется ушко. Вот а что вы с ним делать будете? А ты ни разу не ел? Ну, копченая готовая. Когда резали поросенка. Вот так вот прямо смолили ушко и пожевали. Ну, может, овощи, только я готовую. А куда нам надо идти? Прямо и налево. Ищем капусту, картошку. Мы же на борщ собираемся. Как нас много. Здравствуйте. Слушайте, а на борщ мы мясо-то не купили? Так, а я же что? Евгений, вот. Мы же мясо на борщ не купили. Слышишь? Два пола.